Плахотнюк, он превратил Молдову в тюрьму, и он начальник этой тюрьмы. Мы видим очень депрессивное состояние, люди очень во всем разочарованы, они как бы, это везде вот это неверие в то, что можно что-то изменить, недоверие к государству, оно везде присутствует. И вот эта атмосфера, она очень депрессивная. Но в то же время люди, они вот до выборов остались там считанные дни, полторы недели. Люди, очень многие до сих пор не определились, за кого будут голосовать. Но в то же время они хотят каких-то перемен, говорят, мы пойдем на выборы, чтобы попытаться что-то все-таки изменить. Ну, наша позиция, она как бы очень простая и совпадает с настроениями большинства сограждан, наших граждан. Она заключается в том, что с нынешней властью никаких перемен в Молдове не будет. С Плахотнюком у Молдовы нет никакого будущего.